Здравствуйте, заходите в гости. Я вас приветствует Илюша, наш главный артист на всех видео. Он у нас найденыш, уже 5-й год почти с нами. Пойдем, Илюша, показывать наш сад. Здесь у нас на первой площадке 3 тиса прижились. И пойдем. Сад начинается здесь. Здесь патио и часть японского сада. Вот картинка, как это место выглядело. Сейчас видите, как оно выглядит. Идем дальше. Это фрагмент японского сада. Расширение. Только наброски. Туя Райнгольд. Стриженная. А с другой стороны, сестренка, которая в этом году начала оформлять. В видео есть обучающий курс, как сделать из туи вот такую красоту. А это магнолия уже 7 лет. Цветет каждый год нежно-розовыми цветами. В конце дорожки вы видите перголу. В ней это как мини-беседка в китайском стиле. Я использую как подпорку для климатиса. Пойдем дальше. Здесь у меня сад камней, который, к сожалению, в этом году зарос декоративной травкой. Но она тоже симпатично смотрится, так как будто облачко такого желтого цвета, когда цветет. Там также есть маленький Будда сидит в беседке. Эту сосну я формирую уже 7 лет. Здесь зона хост и гейхер. Я считал недавно, у меня порядка 15 видов хост. 3 или 4 вида гейхер. 2 вида осоки. Вот это большая осока с черепахой, которая рядышком. Она зимует шикарно. Я хочу показать общий вид вот этой картины, которая смотрится с елками. Буквально в этом году я пересаживал хосты. Так я формирую тую книжную. Это у меня уже 8-летняя ель коника. Общий вид. Посередине меня туя книжная, формированная под высокий шарик. Общий вид на сад. Пройдемте дальше. Здесь у меня есть затерянный рай. Маленький секретный уголок. Можно сказать, это хост-часть сада. Здесь отсаивается вода, удобрения и 2 куста ежевичной малины. Я постараюсь все подписать, то, что вы видите по пути этого видео, кому интересно. Здесь маленький закуток. Поворачиваем. В этом году на месте бассейна у меня грядка огурцов и немножко помидор.
до сих пор не решился поставить бассейн. Такая жвичная малина растет в данном саду. В этом году она как никогда урожайная. Здесь растет также тыква, которая поползет на дерево и до осени будет наливаться. Здесь у меня грядка руколы. Это уже второе цветение клематиса. Какой вообще вид? Внутренний дворик под навесом с большим урожаем винограда. В этом году винограда будет очень много. Это винный виноград уже начинает спеть. Также здесь есть импровизированный пруд с нимфеями, которые уже цвели в этом году. Ждем еще бутоны. Здесь вазон с суккулентами и уже отцветающий, привезенный из Таиланда бугенвиллия. Если вам понравилось мини-путешествие по моему саду, жду ваших комментариев, предложений. До новых встреч!